Здравствуйте, вы на канале ВГИК. С вами Андрей Ли. И мы сегодня на отборочном матче к чемпионату мира Россия-Камерун. Пойдемте узнаем, с каким счетом вынесет Россия африканскую команду. Многие помнят, и мы идем на трибуну смотреть потрясающий матч между Камеруном и сборной России. В этот раз организаторы подготовились и заперли двери. Maybe there. Организаторы против того, чтобы мы посмотрели этот матч. Стартовый свисток. Вот-вот сейчас, буквально Россия начала выносить сборную Камеруна с поля. Where is the exit to the field? Where is the exit to the pitch? По-русски лучше. Где выход на поле? Мы не знаем, у нас есть менеджеры, которые нам проводят. Короче, через лифт. Здесь третий этаж. По-моему, на этом это. Да вы что? Тогда мы выйдем. Mm-hmm. Спасибо. Школа бокса. Это третий этаж? Yes. Видимо, ко мне. Нет, совершенно точно нет. Дальше, пожалуйста. Дальше. Дальше, да. Да, блядь, серьезно, что ли? Да, не прикол. Угорает вообще, что ли? Я ничего не понимаю. Дико извиняюсь. Не туда? Нет там входа. Mixed зона. Может, здесь? Да нет же. Да, блин. Не могу. Мы потерялись. Спасибо. О, футбол. Несите тараны. А как мы должны попасть туда? Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте нам. Проходите. Вот видите, как вежливость города берет. Здравствуйте. Самый главный вопрос. Попробуйте хот-дог и скажите, вкусный или нет. Сейчас попробую и скажу. Давайте, я подожду. Я сейчас смотрю.
Ну как? Отлично. Всем рекомендую. Спасибо. Как вы оцените стиль главного тренера сборной России? Ну, конечно же, у него есть чувство стиля. Знаете, когда вы выходите на матч, вы представляете команду, вы должны определенным образом держать лицо. Поэтому, естественно, я могу только одобрить его и сказать, что да, у него свой особый стиль. И он, как у любого человека, должен исходить вот от души, от того, какой он есть на самом деле. Я считаю, он полностью передает всю ту ответственность и все то, что он должен показывать. Как вы его оцените, может быть, встречно? Может, прикольный дядя. Кепки модные. Мне очень понравился этот стиль. Про мощность, что говорить, не выдали, конечно, я в него хожу. Валерий Георгиевич, с победой. Вынос Камеруна состоялся? Нет, состоялся матч, выиграл.